Арт-база на Скобянке, едва появившись, стала местом, где собираются творческие люди и рождаются новые идеи. Здесь особая атмосфера, особенно накануне Нового года. Непременный тазик оливье, мандарины, елка, не хватает только боя курантов. Но это все-таки будет в полночь 31 декабря. А до этого времени надо успеть найти подарки. В этот раз найти их можно здесь же, в галерее. Понравившиеся работы можно приобрести по ценам авторов. Никакой наценки. Живопись, графика, декоративно-прикладное творчество. Тренд следующего года по всем гороскопам и разным календарям, а, впрочем, и по жизни, это искусство. И поэтому давайте вот в следующем году дарить друг другу настоящие подарки, а именно произведения искусства. Друзьям, родным, начальству, на работе, ну, в любых случаях, все-таки лучший подарок – это и книга, и произведение искусства. Особое внимание привлекли портреты детей Натальи и Светланы Пылеон. Марина Ежук представила эмоциональные зимние мотивы. Работы Марины Михайловны на сегодняшний день, вот за тот короткий промежуток времени, что прошел, уже разлетелись по Европе, уже в Италии, в Испании, в Германии. Настало время и на вам пополнить свои коллекции и свои интерьеры, и ее работами. Ну и главное открытие сегодняшней выставки – это Татьяна Хазова. Ехала в Гжель, там работает художником. Здесь есть образцы ее гжелевской продукции. Но на этой выставке самое главное все-таки – это ее новые акварели. Эти акварели еще нигде и никогда не показывались. На этой выставке есть и картины классиков Сергио Посадской живописи, и украшения, и игрушки, разделочные доски в виде котов и лавочки, охраняемые хаски, деревянная утварь и серьезные бронзовые скульптуры. Это вообще кукольник. То есть вот если обратить внимание, у него там вот в сапогах, здесь это все кукла. То есть это как бы такой маленький мир, то есть такая метафора. Человек, который несет свой мир на себе. Ну, как бы он кукольник или просто человек, то есть можно называть как угодно. Естественно, если его потереть, то у всех будет счастье в доме и все такое. Ощущение такого особого уюта, такая домашняя, семейная атмосфера. Очень важно, что здесь сегодня происходит и что здесь вообще происходит. Я считаю, что вот такие сподвижники, как Валерий Михайлович, нам очень сейчас нужны. Это очень важно всех объединять, чтобы все были вместе рядышком. Вы знаете, просто ощущение, ну такого, знаете, вот, ну прямо нереального, ну, какое-то ощущение счастья испытываешь здесь присутствие. Испытать ощущение счастья можете и вы, а также унести кусочек счастья с собой. Напоминаем, что находится галерея «Артбаза» на Скобянке, улица Центральная, 6А. Адрес в интернете artbaza.net.